В хрустальном зале правительства Брянской области чествовали победители конкурса «100 лучших товаров России» и регионального конкурса «Брянское качество». Лучшие товары – устойчивое развитие предприятий и регионов. Таким был девиз конкурса 2014 года. За 17 лет конкурс приобрел статус важнейшего общероссийского мероприятия, которое ориентирует его участников на повышение качества товаров и услуг. На этот раз 25 предприятий Брянской области представили 57 их видов. Конкурс по качеству – это, наверное, самый эффективный инструмент, необходимый для совершенствования организации производства, повышения конкурентоспособности и внедрения новых технологий. Звание победителя конкурса заставляет и обязывает компанию крепко держать свою марку и одновременно стимулирует других производителей. Именно конкуренция на сегодня дает импульс движению вперед и не позволяет топтаться на месте. Благодаря, наверное, ей мы и развиваемся. В то же время необходимо отметить, что в нашей области есть немало еще достойных предприятий, компаний, коллективов, которые еще не испытали свои силы в этих конкурсах. И, наверное, в новом году мы пожелаем, чтобы они сделали это. Однако серьезные прорывы в экономике невозможны без глубокой модернизации производства. А улучшение условий для предпринимательской деятельности, создание благоприятного инвестиционного климата во многом зависит и от региональных властей. И исполнительная власть, и законодательная. Всячески будем вас поддерживать. Только не стесняйтесь, обращайтесь. Время меняется, жизнь меняется. Поэтому нам надо выстраивать совместную работу. Мы готовы с вами садиться за стол переговоров и рассматривать все ваши пожелания и способствовать развитию бизнеса на нашей брянской земле. Успех брянских производственников – это успех всей области, а экономическое благополучие страны складывается именно из успехов регионов. На них нацеливаются и такие общероссийские конкурсы. Сюжет подготовлен при содействии пресс-службы правительства Брянской области.